Новость для тех, кто любит поесть вкусно, полезно и недорого, а также провести время с друзьями и близкими в уютном и комфортном пространстве. В Сарове открылось первое молодежное кафе. Островок с современным интерьером, бесплатным Wi-Fi и неповторимой кухней расположился в молодежном центре. Сытные, сбалансированные обеды, быстрые перекусы, разнообразные десерты. В кафе «Молодежка» каждый найдет блюдо на свой вкус. Здесь готовят натуральный освежающий лимонад. В ассортименте супы и овощные салаты, а также пирожки и пирожные от полюбившейся горожанам пекарни «Сдобушка». Это уже формат не столовки, а именно вот такого кафе, куда можно заскочить, что-то там перекусить, там выпить морс, коктейль. Сюда зашла я пообедать, взяла вареники с картошкой. Мне очень понравилось. Может быть, вот, они были очень так красиво оформлены. Друзья, советую зайти сюда. Сочные чизбургеры, пиццы, хрустящие круассаны и нежные блинчики с разными начинками готовят сразу на месте из качественных натуральных ингредиентов. «Молодежка» заботится о своих гостях, выбирая для них только самые лучшие продукты. Пицца, бургеры, хот-доги, блинчики, пельмешки вареные, варенички здесь. Вторые блюда – супы, салаты. Это «Сдобушки». Да, привозим. Повара чудесные, повара талантливые. Все профессионалы в своем деле. Работают уже очень давно, готовят очень вкусно. Открытие получилось ярким и праздничным. С утра гости уже знакомились с ассортиментом кафе и делились впечатлениями. Пришли с друзьями вкусно покушать, скажем так. Оказалось, тут еще можно поиграть на столке, бесплатный Wi-Fi, очень вкусная еда, бургеры, пиццы. Нам все очень понравилось. Сейчас сидим, хорошо проводим время. Пространство для творчества, общения и отдыха. В «Молодежке» есть зона для настольных игр и чтения. В библиотеке, кафе много познавательных и интересных книг. Также здесь свободно можно снимать клипы или тиктоки. Статуэточки, вазочки, все вот это вот настолько мило и атмосферно. И стало уютнее в сравнении с тем, что было, да, как, ну, условно, атмосфера столовой, да, здесь прям чувствуешь, что можно посидеть, элементарно открыл ноутбук и попечатал книгу, я не знаю, ну, такое, хочется понаслаждаться, вот, и очень понравился уголок с книжками, то есть для человека, который любит всю эту тему, просто пришел, расслабился и кайфуешь. По будням кафе работает с 7:30 до 22 часов, в выходные с 9 до 21 часа. «Молодежка» – кафе для тебя и твоих друзей.